Так, смотри, с вами Нуфлаус, меня мы будем играть. Слышно? Кто-нибудь, ответьте! Так, Райс 4, еще у нас охватывающего. Аджай на связи. Где ваш лагерь? Высылаю наши координаты. Ой, он рычит, он близко, быстрее! Спешу к вам изо всех сил. Сейчас, изо всех сил, пробьюсь. Свободный Керат. Я попросил вас поделиться мыслями по поводу того, что спрятано в золотых шахтах Пэгенамина. Я думал, что будет весело это обсудить. Поэтому я обратился к нашим фанатам. И они, то есть вы, написали кучу писем. Надо сказать, мы предложили массу интересных теорий. Интересных, в смысле, придуманных. Аджай, друг мой! Быстро. Надеюсь, все в порядке. Хватай молотов! Эти ребята спасали катами и короля, но попали из огня там в полымя. Давайте, я готова! Она? Да, осторожно! Ты какого хрена творишь, а? Рэп, апрэп! Медведь! Идем дальше. Идем дальше. Еще две миссии на осталось. Вас слышу. Продолжайте. Хвала богам! Высылаю координаты. Но тут кругом волки. Осторожнее! Сделаю. Волки так агрессивны. Осторожно, волк! Все будет в порядке? Спасибо, благодаря тебе. Теперь беженцы могут отправляться к экране, не опасаясь волков. Ха-ха.
И последнее задание. Джей слушает. Чем помочь? Высылаю координаты. Не теряйте времени. Возьмите оружие. Без проблем. Чем было слить зверей? Леопарды просто голодны. Хватай молотов, они идут. Они быстры, как молнии. Котенок, кис-кис-кис. Эти следы леопарда и кровь. Просто Колизей какой-то. Колизей? Это так леопарда звали? В любом случае, спасибо. Нет! О, боги! Нет! Ну что, на этом мы заканчиваем. Подписывайтесь, ставьте комментарии, если был not found. Чем еще всем пока.